Поэты века, век 20, век 21, Станислав Куняев. Никогда не хотел отличать правду жизни от правды искусства, потому и привык отвечать словом на слово, чувством на чувство. Я фальшивых бумаг не плодил, и за все в этом мире суровом, как умел, не торгуясь, платил неразменными чувством и словом. Если кто недоволен, прости за наивные эти минуты, но другого не вижу пути, и другой не имею валюты.